Вот они, эти двое. Еще там третий появится. Надо будет, короче, нажать на кнопку. А если вы смотрите это видео, то попали на мой канал. С вами Андрей Фор. Добро пожаловать обратно в The Jewish Creation Story Mod. Сегодня мы снова проходим basement, то есть подвал. Do you believe in spirits? Так, это мы видели. Many все. Do. Many claim they've seen one. И я, кажись, понял, как что надо делать. Hello? Kids? Are any of you there? I found... Вот. Ну что ж, давайте попробуем. Посмотрим, сработает ли это все или нет. Короче. Когда мы проходим около аниматроника того, нам надо пройти мимо него очень-очень аккуратно, чтобы он нас не обнаружил, соответственно. Так, отлично. Нам надо добраться до лестницы. У нас написано 6, и это число вроде будет отбавляться, что ли. То есть будет 5, 4, 3, 2, 1 и 0. В обратную сторону как время. Все, он появился. И сейчас мы с вами... Так, вернись в туалет. Вырубим флешлайт. Надо очень аккуратненько. Прям вот около стеночки. Вот так. Вот именно это мы должны были сделать с вами в прошлый раз. Туалет это, короче, наше сохранение. Да, как видите, у нас появится цифра 5. Так, мы вернемся из огня, но наши тела нужно, нашим телам нужно восстановление, что ли. Короче, надо, как я понял, я вот насчет этого понял вроде, остальное вообще ни хрена не понял. То, что здесь вот нам нужно будет искать вот эти предметы и, по-моему, сжигать их. Вон там, в печи. Ну, я даже не знаю. Давайте попробуем. Единственное, что я знаю, мне говорил, кто-то говорит, что где-то вот здесь, по-моему, есть первый предмет. О. Хм. Ух, нифига. Так, и нам его надо сжечь. Кого? О. Так, нам надо еще писал мне кто-то, что надо, когда вот такие вот штуки происходят, когда вот так все мигает, надо очень обязательно вернуться обратно, чтобы восстановиться. То есть отлить, отложить. Сюда вот и пойти дальше. Так, хорошо, теперь мы ищем с вами. Мне насчет этого есть стратегия, я ее знаю, остальное пока нет. Где-то в шкафчике, по моему в каком-то есть, в каком-то из шкафчиков. А вот, вот здесь, по-моему. Да, то что в этом сидит робот, по моему Так, потом говорят, что вот за этим плакатом находится кекс. Нам надо ждать, пока этот звук прекратится. О! Отлично. Так, мне также написали, потому что говорят, это сложно достаточно, но без этого, без информации. И давайте мы с вами на всякий случай сохранимся в туалете.
И сейчас говорят, надо шляпу Фредди взять, и она будет это самое. Ее надо будет. Там надо будет ее тоже положить, но надо будет ну, забраться наверх с ней, а потом уже спуститься. Теперь понятно, зачем надо забираться наверх. Мне сказали, ну, это не на YouTube было, не в комментах. Мне просто написали в контакте, что надо от него избавиться. То есть, чтобы он ушел, нам надо аккуратненько пройти и не попасться, и надо наверх подняться. Что-то надо сделать опять. Но вроде когда мы спустимся, его не должно быть. Я не знаю, правда это или это. Да, смотри, его нет. Все. О. Так, теперь надо в толчок вернуться опять. Потом говорят, еще пишут, что будет. Писали мне. Я не помню, кто писал. Не буду говорить, что. Потому что это достаточно сложная ночь, и чтобы ее понять, тут надо, блин. Короче, сейчас надо будет вводить код. Я не помню, но примерно я что-то понимаю, что-то. Все взяли нас здесь с тобой. А, все заперли нас с тобой. Нас заперли всех с тобой. Один он звонил Михаилу. Нав 4, нав 3. Собери ключ и открой замок. Возьми его и вверх. А, возьми его на 12. Короче, непонятно что. Ну, в общем, тут код, по идее. Должен быть вот 9, 6, 2, 3, по-моему. Ой. 9, 6. 9, 6, 2, 3. Нет. Значит, 9, 6, 3, 2. Да! Правильный код мне написали. Смотри назад. Окей. О-о-о! Что это? А, я вспомнил, что это. Мне, короче, писать, что на него нельзя смотреть. То есть, наоборот, на него надо смотреть. Но надо вот так делать. Ну, извините, ребят, мне просто сказать, что это очень сложно, и поэтому... Мне написали, как проходить его. Этот уровень. Главное от него не отворачиваться. Иначе, если мы отвернемся, он нас убьет. Блин. Во. Так, тут надо еще раз ввести код. Такой же, по-моему. А, нет, тут надо какой-то... Вот этих цветных цифр. Но какой код, я не помню. По-моему, там надо что-то с рисунками вот здесь посмотреть. Желтый. А, вон там. Еще один. Блин, вот насчет этого код только не помню. Блин, какая стрёмная игра, реально. Да ведь не слышно, как он подходит. Да. Это поход Фредди, у него челюсти нет. А, вот, тут по подарочкам смотреть, да? 4.
Один. Блин. Три. Три, четыре, один и два, наверное. Давай, три. Долго нельзя на него смотреть, окей. Так, я надеюсь, мы не сначала будем. Серьезно? Мы что, сначала будем? Да вы угораете, не. Блин, я обосрался. Да вы издеваетесь. О, отлично. Так, код, ну я знаю все. Так, код 9632. 9632. Так, я не понял, какой там код. Там код, по-моему, должен быть. Вон он стоит. Надо прямо вот сюда вот его привести. Так. Вспоминаем. Один. Ой, подожди, вначале желтый. Так, вначале желтый. Нет, подожди, желтый. Ну, один, два, три, четыре. Нет, подожди, один. Желтый один. Желтый первый. Желтый, красный, коричневый и синий. Ой, желтый, красный, коричневый, синий. Нет. Тогда я не понимаю. Ой. А вон они, аниматроники стоят, смотри. Так, подожди. Эй! А его закрыть, что ли, можно? Офигеть, его, наверное, закрыть можно, да? Пусть я, давайте попробуем закрыть. Блин, я не помню, что там надо. Какой код? Свидание. Слушай, а ведь реально можно же. Блин. Не получится так. Так, ну подожди, Фредди 3. Коричневый, значит, то есть коричневый надо третий. Первым надо желтый, потом надо красный, потом. Давай быстро. Так, значит, желтый, красный, коричневый. Нет. Я не понимаю тогда, какой код надо использовать. Да ладно. Наконец-то, блин. Я ввел правильный код. На бум, блин, просто не понимаешь. 2, 5, 4, 1.
О! Ой, блин, а этот... А, он исчез? А вот стоит же. И вот стоит. А, вот он. Вот он закрылся. Слушай, стрёмно. Чё сейчас нам делать? Вот стоит. Ну давай в толчок обратно. Блин, вот это клёво. Мне прям нравится. Так. Погнали. Третий. Чё это? А, вон. А я бегать не могу. Не смотреть назад, хорошо, я понял. Растает звук. А как я бы успел? Не стой на месте, что вообще не стоит на месте, хорошо. Хорошо. Давайте. Блин, выходить вообще нельзя из этого уровня, понимаете? Проблема будет в том, что он начнется заново. Да. Встал с толчка и пошел, давай. Все, уже пошел, давай. Прям догонял, такой нарастающий звук. Вообще останавливаться нельзя, получается. Просто тупо бежать. Хорошо. Буду просто идти. Бежать здесь нельзя, этот сразу говорю. Если я не успею, то я уже не знаю. Я уже слышу его. Я слышу. Он приближается. Вон он. Быстрее. Тут прям миллисекунды, ребят. Понимаете это? Просто миллисекунды. Фу, надо вообще не оборачиваться, не останавливаться. Так. Что мне насчет этого писали? О, ща вообще будет жесткий. Точно, тут надо обходить будет. Тех, кто... На кого нельзя смотреть, там будет двое. И двое, которых надо смотреть, вы понимаете? Они будут стоять вон те кусочки. Вот они, эти двое. Еще там третий появится. Надо будет, короче, нажать на кнопку. Сейчас вон их двое идут. Вон, видите, там стоит один.
Так вот я не понимаю, что нажать надо. Пошли вы нахрен. Ай, уйдем отсюда быстрее. Нет. Серьезно. Что такое? Нет. Да нет, блин. Да ты угораешь, что ли, тупая. Нет. Он застрял. Я не буду это дерьмо проходить. Пшел нахрен. Блин. Пришлось заново все это проходить. Ну, это, конечно, легко. Я все прошел с первого раза, но... ну, это так неохота, если честно. По 100 раз одно и то же проходить. Я не знаю, вот куда нам идти, но сейчас вроде все в порядке. Никого нету. Здесь был аниматроник, здесь был аниматроник. Ну, тут на самом деле изи. Вот здесь между ними пройти вот так вот. И все, и они тебя не заметят. Лужи крови и тому подобная дрянь. Я не знаю, что нам делать. Наверное, нам надо к двери опять. Да и там никого нет. Да. Ну, естественно, надо сюда. Ну и осталось последнее. Что-то последнее. О, годовщина ФНАФа. Лестница пойдется. А, все, дверь открыта, можем выйти. Фу. В общем, мы прошли с вами подвал, наконец-то. На самом деле, жуткий, классный, мне очень нравится. И мы его прошли. Ну и остался последний уровень, я не знаю, как он называется. Ой, самый сложный, красный, смотри, синий. Это у нас bedroom, living room, уже зеленый, желтый, более сложный, очень сложный и нереально сложный. Чердак. Вот эту кнопку вообще нельзя нажимать. Ну что ж, это мы пройдем в следующей серии. На этом я с вами обращаюсь. С вами был RaveForce. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось это видео, и обязательно смотрите видео, которые будут показаны на экране. Всем удачи и всем пока. Иди погуляй. Да.